Чтобы не пропустить новые видео, а также помочь развитию канала, нажми на колокольчик и включи оповещение. Всем бурдюк, с вами Глюк, друзья, добро пожаловать в игру, которая называется... Как же она называется? А как она называется? Блин, я забыл. А, вот, Кибермоушен, да, точно. Короче, игру, в которой мы убиваем нашего робота. Или не всегда убиваем. Вот, например, сейчас рука отвалилась, и мы его припарковали только что деревяшкой по лбу. Он такой: «This is Sparta, деревяшки! Долбани ее, долбани ее! Покажи здесь, кто здесь царь Леонид!» Не хочет деревяшка повиноваться царю Леониду. Ну вот так хотя бы мы. Видали, кто кого огрел? Вот какой у нас робот-то. Не лыком шитый, так сказать. Мы продолжаем прокачивать нашего робота. Продолжаем зарабатывать медали на нашей киберспортивной олимпиаде. Твою мать, ну что ты такой кривой-то? Вот, кожаные мешки продолжают раздражать нашего робота. Продолжают пинать его швабрами. Ну а мы... становимся главным магнатом. Нам дают бабки за прохождение всех этих уровней. Ой, какой я... Как это я растерялся вот так сейчас. Опа! Опа! Блин. Главным образом эта игра всегда проходится в слоумо. Со слоумо это в 10 раз легче. Смотрите, какие правильные движения становятся, а? Как бы я сразу начинаю успевать реагировать на все изменения нашего робота. Но не всегда. Иногда все-таки это неотвратимый... не ту кнопку нажал. Я хотел слоумо отключить. А вырубил нафиг все. Так. Беги. Беги. Чувак, ты же настоящий железный человек. Ты это понимаешь? А теперь вот так. Опа. Давай, давай, да нет. 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 Так, время вставать. Вставать, говорю, время. Так. Это не та... Не та кнопка. Давай вот так. Опаньки. Короче, надо сначала начинать, иначе это бред какой-то получается. Если учесть, что вся игра проходит у нас на время... Шансов на выигрыш у нас, я бы сказал, не так уж-то и много. Реагировать правильно очень сложно. Так, чтобы наш робот нам повиновался. Вот пока что у меня не получается. Давай. О, во, красавчик какой, смотрите. Опаньки, бежит. Давай, 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 давай. Опа. Еще чуть-чуть. Я себя вырубил. Да что ж ты бесполезен такой, давай, опа. Представь, что ты дельфин. Что ты нормальный дельфин, а не калич. Посмотри на него, а. Бесполезный кусок. Опа, металла. Все, и так и зависли. Ну, мужик, ну это не дело, ну нельзя так. Да что ты в башку-то бьешься-то, ну? Ослина ты столеросовая. Пожалуйста, хватит, мужик, ну. Железный мужик, железный человек, он должен спасать человечество, а не сражаться с матрасом. Пока что ты занимаешься только сражением с матрасом. И даже перевернуться толком-то не можешь. Этот гребаный ящик нам мешает, короче. Так бы, может, мы это и сделали. О! О, я нашел, как это сделать. Опа! Давай, опа! Е-е-е! Отлично! Правда, прошли мы за минуту. Аж за целую сраную минуту. Нужно открыть 7 медалей еще, чтобы нам дальше пройти. Давайте мы попробуем пройти вот с самого первого уровня. Ну, что сейчас у меня уже опыта-то, ого-го! И может быть даже нам за это бабосиков за 13 секунд надо пройти. Еще учитывая то, что у нас есть слоумо, мы сейчас как втопим просто, ребят. Мы же просто как бегуны настоящие просто будем. Смотрите, так. Опа!
За 13 секунд. Блин, не успеваем, не успеваем никак. Короче, нужно дождаться, пока полностью наша нога опускается. Тогда наш мешок с гайками бежит просто суперски. Опа! Есть! Золотая! Золотая медаль! Вы видали? Видали, какой я? Я просто супер! Ну, точнее, это не я, это, конечно, заслуга моего робота, моего замечательного, прекраснейшего робота, который должен заработать сейчас золотую медаль. И, кстати, он почти это сделал. Смотрите, лучшее мое время 15 секунд. Я буквально на полсекунды отстал, чтобы получить золотую медаль. Так что это вам... блин, я просрал время. Давай еще разочек. Давай еще раз. Точно такую же тактику просто сейчас будем использовать. Раз. Давай. Два. Три. Четыре. Гребаный скейт. Давай, 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 давай. Есть! Золотая медаль! Просто видали, с первого раза зафигачил. Опа! Вот какой я красавчик. Красавчик. 15 секунд. Тут на 200 миллисекунд всего запоздал. Это же просто вообще ничего. Сейчас давай еще раз эту тактику применим. Замечательная тактика. Короче, когда только касается нога передняя пола, только тогда я нажимаю ей двигать. Если делаешь это раньше, то получается жопа. Во всяком случае, у этого робота. У этого робота хотя бы поддерживающие стропы есть. У других роботов-то этой фигни нету. Есть! Все, золото! Давай, мой робот хочет бабок. Это же вам не какой-то дурацкий робот. Это же вам робот, который может зарабатывать гребаные бабки. Давай, кирпич, иди сюда. Посмотрим, кто из нас круче. Давай, опа. Как тяжело двигается. 14... Есть! Золото! Золото просто взял и взял золото. Молодец! А что это такое, интересно? 0 из 1. Что это значит? Может быть, здесь есть еще какая-то достиженька? Что-то очень странное здесь. Ну да ладно. Давайте попробуем. За 24 секунды сделать это, чтобы пройти на золото. Возможно, если нам постараться. Как тяжело он шагает, а? Все, короче, всрал. Ну, почти прошел. Если бы я продолжил с этим же темпом двигаться, мы бы выиграли. Давай, робот, поднапрягись. Там вот наверху просто сложно как-то. Надо как-то умудриться самому прошагать там. Причем время еще есть в запасе даже для золотой медали. Еть. Етишь, псатижи. Давай, скачи, робот. Представь, что ты плотва. Представь, что ты с ведьмаком, понимаешь, раскатываешь на всяких этих... В ведьмачьих приключениях. Представь, что ты лошадь. Есть! Следующий раунд. И он мне очень не нравится. Знаете почему? Потому что меня здесь пихают. Поэтому мне это не нравится. Ну вот как с этим можно спокойно обращаться, а? Хотя подождите-ка, времени у нас нужно 11 секунд, да, у нас, чтобы пройти на золото. Так мы еще можем даже доскакать. Практически успели бы, смотрите-ка. Да ты ж козлина! Че ты такая шустрая? Опа! Давай, 5 секунд. Еще разочек. Опа!
Давай, давай, давай. 9. 10. Подожди. Новый рекорд. То есть мне сколько нужно-то получается сделать это? А, за 10 секунд мне это нужно сделать. Ну ни хрена себе. Это уже сложно. Ну, то есть мне нужно будет типа тут подниматься вот так, короче, и бежать потом. Ладушки, давайте попробуем. Да. Так, поднимаемся. Я себя вырубил. Я себя вырубил. Давай, 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 давай. А потом вот так вот. Есть! 3, 4! Офигеть! 4 секунды! В два раза быстрее золотой медали! В два раза быстрее! Вы видали? Это просто охрененный результат! Возможно, у нас даже сейчас появятся какие-нибудь сложные раунды со сложными роботами. Вау, вау, тихо, спокойненько. Мы просто бежим. Я себя вырубил. Молодец. Молодец, Глюк, ты себя вырубил. Нет, пожалуйста, нет. Ну все же, блин, нормально-то было. Что с тобой пошло не так-то? А, жонглер хренов. Хорош жонглировать своими пятками. Иди вперед. Просто иди вперед. Во. У тебя получается, мужик. Ты уже 25 секунд проходишь эту хрень, но у тебя получается. Давай, давай, пятками, 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 пятками работаем. Да-да-да-да-да. Давай, сгруппировались. А потом вот так вот. Опа! Да что с тобой не так? Ну ты посмотри, а? Ну почти прошел. Вот если бы он правильно все сделал бы. Сорок секунд. Бронзовая медаль. 45 секунд. Ну знаете что? Это уже прогресс, я бы сказал. Вот эту штуку нужно пройти за 20 секунд, чтобы заработать золотую медаль. Ну и возможно мы это сделаем, потому что здесь вроде бы как просто шагать, да, и все. Шагать, правда, нужно немножечко по доскам. О, нет. Вот это они мне... А как это сделать? А, смотри, нажать А, чтобы... Типа он что, прыгать может, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. А, нет, короче, мне нужно туда упасть, потом вот таким образом, короче, дельфинчиком пропрыгать, видимо. А дальше уже пройти нормально. Вот эта тактика. С самого начала у нашего робота была какая-то тактика, и он ее придерживался. В основном его тактика была лечь и ни хрена не делать. Давай еще разочек. Опа. Еще немножко. А теперь давай вот так вот ты поднимешься. Давай, мужик, ты сможешь подняться. Может быть. Да ты бесполезный кусок железа, блин. Давай, бег. Бег еще никому не был лишним. Ну, то есть, знаешь, там это полезно для здоровья. Даже полезно для здоровья роботов. Возможно. Но это не точно. А может быть, кстати, наоборот, он вреден, потому что изнашиваются же детали, да? Так что не факт, что я прав. Так, пожалуйста, давай это, давай вот мы нормально это все пройдем. Пожалуйста! Нет, 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 нет. Давай вот как-нибудь вот так вот. Опа. Опа. Что у тебя за пружины там такие стоят, что ты это сделать-то не можешь, ну?
Да гребаный я-то, да. Бесполезный кусок железа. Где финиш? Где финиш? Вы угораете? Где финиш? Я что, должен бодать этот ящик, чтобы пройти? В чем прикол? Где финиш? Может быть, вот реально нужно уронить как-то тот ящик. Ящик, иди сюда. Есть! Да, это действительно нужно было, короче, влететь как-то в этот ящик. И хрен знает как. Давайте включим себе пятки побольше. Может быть, это нам поможет. Ну, в будущих. Я не хочу сейчас опять этот раунд проходить. Он какой-то скучный. Во, вот это лучше пройдем. Гидробаланс. То есть, подожди. А, смотрите, у меня есть гидробаланс какой-то, короче. Я могу наклонять своего робота в одну или в другую сторону, если я нажимаю О или П. Круто! Но это немножко сложно, потому что... слишком много кнопок уже. Уже становится много кнопок. Даже для режима слоумо это становится сложно. Хотя хрен знает, наверняка среди вас есть люди, которые запросто смогут это пройти. Блин, зараза. Ну, игрушка, я должен сказать, отличная. Прям отличная. Вот по своей идее. Иногда хочется во что-нибудь очень классненькое сыграть, во что-нибудь очень интересненькое сыграть, но... Вот нету ничего нового интересного, и все тут. А тут вот раз и появилось. Я вам скажу, короче, с большими пятками гораздо сложнее играть. Я даже не знаю почему, может быть потому, что он ими как-то цепляется, что ли? Давай. Опа! Что-то это... Ой, пятку оставил, ты что, столоп? Ладно. На этом мы будем заканчивать. Давайте, зовите своих друзей на ролик, делитесь роликом с ними, ставьте лайки, напишите в комментариях, что еще вы хотите, чтобы я поснимал. Может быть, есть какие-то классные игрушечки, о которых я не знаю. Я бы очень хотел что-нибудь интересненькое, классненькое, новенькое поснимать. Вот, ну и все. Всем бобра. И добра, и бобра. Тебе, братан, ответ простой. Зачем здесь лайк оставить свой? Оставь, чтоб быть по жизни крут. Грести по жизни лучший лут. Возьми курсор, идуй за мной. Мы будем вместе за чертой. Средь байтов лучшего ютуба. На свет идем, таков путь глюка.